с вами Олег. Сегодня у нас на обзоре будет утюг Russell Hobbs. Модель называется 20630. Значит, это у нас паровой утюг с керамической подошвой. Значит, он по мощности он у нас идет 3100 ватт, довольно-таки мощная моделька. Значит, ну, понятное дело, он с отпариванием. У него есть паровой удар 200 грамм, 210 грамм. Он система чистки, самочистка, вот у него кнопка. И также сам у него есть капля стоп. Значит, здесь у него выбор типа ткани, ну, соответственно, мощность меняется. Разбрызгивание. Вот рычажок с паром, без пара. Отключаем. И паровой удар, кнопка парового удара. Значит, вода заливается здесь. Довольно-таки большая горловина. В комплекте идет вот такой стакан. Ну и, соответственно, комплектуется он инструкцией на всех языках, в том числе на русском. И также обязательно гарантия действует при наличии вот такого вот гарантийного талона с печатью. Ну, соответственно, адреса сервиса указаны в самом талоне. Также на утюг 2 года гарантии. Ну и плюс год дополнительный. Значит, полностью описание, ссылочку на описание я прикреплю под этим видео. Кому понравился обзор, ставим лайки, подписываемся на мой канал, будет много интересного видео. Спасибо, всем пока!